Здравствуйте! Вы на канале Вики Рецепт, и сегодня я покажу, как я готовлю закуску из баклажанов в стиле баклажаны пармиджана. Это башенки из кружочков баклажанов, прослоенные томатным соусом и сыром. Готовится просто, а подать можно как на будничный стол, так и на праздничный, потому что вкусно и симпатично. А какие ингредиенты вам потребуются, вы можете посмотреть под видео или на сайте blogrecept.ru. Баклажан я нарезаю поперек на кружочки толщиной 1 см. Баклажан у меня очень длинный, я взяла только половину, примерно 450 граммов. Количество кружочков должно быть кратно 3. Я сделала 12. Кладу в миску, посыпаю 1 чайной ложкой соли, хорошо перемешиваю прямо руками и пока отставляю в сторону. Тем временем мелко нарубаю зелень, петрушку и базилик. Можно смешать их вместе. Теперь сыр. Для закуски мне нужны 2 вида сыра – пармезан и моцарелла. Моцареллу, примерно 30-40 граммов, я нарезаю ломтиками. Они должны быть небольшими, так как она хорошо плавится и, если будет много, зальет с собой все башенки из баклажанов пармиджана. Вместо моцареллы можно взять сулугуни. Пармезан натираю на мелкой терке. Его 30 граммов. Вместо пармезана подойдет любой другой твердый сыр. Одну небольшую луковицу нарезаю мелким кубиком. Наливаю в сковороду масло, нагреваю и выкладываю кружочки баклажанов. Жарю порциями с одной стороны и с другой стороны, буквально по 1-2 минуты, чтобы они только слегка зажарились. Благодаря тому, что я посыпала их солью, из них ушла возможная горечь, и сейчас они еще не впитывают много масла. Снимаю на бумажные полотенца для удаления излишков масла. Когда пережарю все баклажаны, доливаю в сковороду еще немного масла и выкладываю лук, обжаривая его до прозрачности. Затем добавляю томаты в собственном соку, зелень и пропущенный через пресс зубчик чеснока. Томаты у меня домашние, кусочками, но я их дополнительно размяла вилкой. Готовлю на умеренном огне минут 5. У меня помидоры достаточно соленые, поэтому я соль больше не добавляла. Положила только 1/3 часть чайной ложки сахара для баланса вкуса. В общем, здесь надо пробовать. Все, снимаю соус с плиты, собираю свою закуску пармиджана. На дно огнеупорной формы кладу 4 кружочка баклажанов, затем на каждой из них по 1 чайной ложке соуса. И по 1 ломтику моцареллы. Снова чередую баклажаны, томатный соус, моцарелла. Немного прижимаю вилкой, чтобы не разваливались. Последний, 3-й кружочек посыпаю тертым пармезаном. Ставлю в нагретую до 180 градусов духовку на 5-7 минут. Вот такая закуска у меня получилась. Несмотря на кажущееся множество операций, она на самом деле готовится очень просто, а получается очень интересной. Подавать баклажаны пармиджана на стол можно как в горячем, так и в холодном виде. Одинаково вкусно. Моцарелла расправилась и скрепила с собой слои закуски так, что башенки не разваливаются. Баклажаны сочные, они полностью приготовились, мягкие, но не в кашу. Соус очень пикантный и отлично сюда вписывается. Кстати, ссылку на его рецепт вы найдете под видео. А более подробно с пошаговыми фото вы можете посмотреть этот рецепт на сайте blogrecept.ru. Также у меня есть каналы на Яндекс.Дзен, на YouTube, на Рутуб
и в Telegram. Есть группы ВКонтакте и в Одноклассниках. Все ссылки вы найдете под видео. Подписывайтесь на удобный для вас формат и не забывайте ставить лайки. Приятного вам аппетита!